поговорим об ораторском искусстве. В этом видео я поделюсь с вами приемом удержания внимания аудитории, который можно использовать, если вы читаете курс лекций. Когда время лекции подходит к концу, прервитесь на неожиданном и интригующем моменте и скажите остальное на следующей лекции. Это заставит слушателей удерживать в голове то, о чем вы говорили, до следующей лекции. А следующую лекцию начните с вопроса. Итак, на чем мы остановились? Это активизирует слушателей и настроит их на внимательное восприятие нового материала. Пользуйтесь этим приемом, и вы сможете удерживать внимание вашей аудитории на протяжении всего цикла лекций. С вами был Антон Деркач. Если эта информация была интересна или полезна для вас, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.